Смотри, здесь он с новой прической. Да ну, уродец какой-то. Нет, вполне. А вот тут лучше. Простите, сэр, но вы явно ошиблись машиной. Где мы? Что, черт возьми, происходит? Мне приказали привести именно вас. Цветы повсюду, на подушках, в ванной. Будто мы важные персоны. Мы спасемся только если все вместе накинемся на него. Кто это? Может, она нас выпустит? Помогите! Помогите, пожалуйста! Не волнуйтесь. Ему не разрешено к вам прикасаться. Он знает, зачем вы здесь. И не ослушается меня. Привет, я Хедвиг. Сколько тебе лет? 9. Это первый случай в моей практике. В теле Кевина уживается 23 личности. Кто вы? Помоги мне выбраться отсюда, Хедвиг. Пытаешься меня обмануть? Думаешь, я такой глупый? Ну разве не умничка? Человек с синдромом множественной личности способен влиять на свою физиологию силой мысли. Он уже идет за вами. Кто? Зверь. Помогите! Нас похитили и хотят убить. Нам уготована страшная участь. Теперь мир наконец-то поймет. Зверь существует. Сплит. Он делал с людьми ужасные вещи. Вас ждет то же самое.